Добрый день, уважаемые. Моя фамилия Сватковский Михаил Владимирович. Я доктор, почти с 30-летним стажем, практик, не теоретик. Я каждый день лечу людей ежедневно. А результаты лечения пусть докладывают сами пациенты. Последние события в нашей стране заставили меня вынудить записать это видео. Сейчас ведется забор с рабочих мест работающих профессиональных врачей, которые реально спасают жизни людей внутри нашей страны. Есть стратегическая безопасность как за пределами границы нашей родины, так и на территории нашей страны. Только в нашем городе я знаю, что было мобилизовано 19 квалифицированных врачей, часть из них оперирующие, в том числе гинекологи. Для меня это означает только одно – обескровливание мужским профессиональным врачебным сообществом людей, нуждающихся в лечении внутри страны. Это равнозначно тому, что мы сами пересечем себе артерию, будем ждать, как медленно вытекает кровь из нашего организма. Если не будет обеспечения медицинскими кадрами тыла, то это будут санитарные потери в мирное время мирных жителей, которые не заняты в специальной военной операции. Делайте выводы сами. Если врач забирается не в качестве врача, а многие специалисты идут рядовыми, возникает вопрос, а те, кто этим занимаются, они на кого работают? Кому присягали? Всех благ вам!